пока театры временно закрыли двери для посетителей, актеры самарской драмы решили показать самарцам, что в период самоизоляции, репетиции и жизнь в храме искусства не останавливается ни на минуту. Для этого сняли ролик. Это своего рода видеокапустник, говорит Денис Евневич. Я ребят собрал, сказал, что есть такая идея. Никого не заставляю. Кто хочет, те, пожалуйста. Кто не хочет, пожалуйста, идите домой. Никого не заставлял, все с радостью откликнулись. Этот ролик мы решили сделать, конечно, прежде всего для зрителей, так как подходил день театра, и было понятно, что театры уже все будут закрыты. Мы решили хотя бы такой подарок сделать для зрителя, снять им такой шуточный клип. Сняли сами, ловкость рук и никакого мошенничества. Фантазия работала экспромтом прямо на площадке. Участвовали все. Вначале появилась ты. Народная артистка России Жанна Романенко с удовольствием отозвалась на призыв и попробовала себя в совсем неожиданном амплуа. Дай мне высоких, дай мне удары. 7 часов съемок на фотоаппарат и еще чуть больше 13 монтаж. Создавать видеоподарок было не менее интересно, чем снимать. Все время монтажа актеры провели без перерыва. Артисты признаются, что уже успели соскучиться по публике и с нетерпением ждут новой встречи. Мария Левина, «События».